Международный женский день отмечают и в Китае. По последним данным, в стране проживает около 700 миллионов женщин. О том, как празднуют в Китае 8 марта, наш следующий сюжет. От имени ЦК Компартии Китая я выражаю поздравления и наилучшие пожелания всем участвующим в двух сессиях женщинам-депутатам, женщинам-членам НПКСК и женскому обслуживающему персоналу, представителям всех этнических групп и всех слоев китайского общества, соотечественницам в Гонконге, Макао и на Тайване, а также китаянкам за рубежом. В Китае Международный женский день носит скорее политический характер. Компартия начала праздновать его еще в середине 1920-х годов. Через время после образования КНР он стал отмечаться официально. При этом 8 марта здесь не относится к государственным праздникам. И у разных поколений женщин Поднебесной свое отношение к этому дню. Там, где я работала, мы танцевали и пели, показывали представления, веселились. Было очень весело. Я не помню, когда начали праздновать, но мне уже более 60 лет. И 18 лет, когда только начала работать, так каждый год и праздновали. Молодежь нашего возраста, как правило, не празднует 8 марта. В этот день мы можем дарить небольшие подарки нашим родителям, а так сами особо не отмечаем. Что касается цветов, то в Китае цены начинают расти еще в феврале, на День влюбленных. К 8 марта они заметно дорожают. Цены сильно поднимаются. В этот день заказов много. Как правило, цветы покупают государственные предприятия, учебные заведения. Берут в больших количествах. Цветы заказывают и иностранцы, особенно из постсоветских стран. Простые же китайцы не особо покупают. Хотя 8 марта и не красный день календаря в Китае, но женщины работают всего полдня. Так принято. И сокращенный день вкупе с теплой погодой создают по-весеннему прекрасное настроение. Патагоз Сергабаева, Владимир Грабарь, Хабар 24, Китай, Пекин.